Вкусно, питательно, полезно. В меню столичных детских садов появились новые аппетитные продукты. Кириешки. Полезно. Ксюша, чипсы. Полезно. Кефир. Полезно. Йогурт. Полезный. По примеру игры «Съедобное-несъедобное» воспитанники 162-го столичного детского сада запоминают, что есть полезно, а что вредно. Каждый из них знает, ты – это то, что ты ешь. Цвет кожи, зубов, рост и вес – все это зависит от того, что лежит в твоей тарелке. Вот уже 5 лет в Чебоксарах работает проект «Здоровые дети, счастливые родители». В его рамках ремонтируют пищеблоки, обновляют оборудование. Кроме того, детские диетологи контролируют качество и состав меню. С 2013 года у нас действует 10-дневное меню по всему городу для всех детских садов. Но это не говорит, что с 2013 года меню не менялось и не вносились какие-то изменения. Мы стараемся ежеквартально менять и вносить какие-то изменения. Это сезонное меню. Весной мы понимаем, что детям надо больше в рацион вводить овощей, соков, фруктов. В контроле за едой участвуют и родители. Они могут лично продегустировать пищу. Раз в месяц у пап и мам есть возможность пройтись по группам, оценить чистоту помещений, зайти в пищеблок и продегустировать приготовленные блюда. Могут попросить и изменить меню. Например, теперь в рационе детей появился йогурт по просьбе родителей. А молоко тебе нравится? Нет. А йогурт? Да. Я в садике люблю йогурт, малиновый больше всего. Теперь один раз в 2 недели во время второго завтрака будут давать йогурт. Он заменит кипяченое молоко. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Павел Редков, Республика.